бесит. Сука, я ненавижу болеть. Кто-то любит поваляться, тыры-пыры. Я люблю поваляться, но я валяюсь без болезни. Мне не нужно болеть, чтобы валяться. Ладно. Моя попытка номер 150. Они такие красивые. Они когда с утра просыпаются, отекшие, они все равно красивые. Не болеют, они в самолете после самолета красивые. Как это болеют красиво? Ну, мама всегда такая красивая была, да? Пиздец. Да блин, вот я позвала маму, у меня болело, но не так плохо. Она такая красивая, блин. Я болею, все, у меня нос пухло, лицо пухло, глаза маленькие, сразу же просто прощающий глаз. Так, 2 часа дня. У тебя был когда-нибудь поросенок? Да, у нас были свиньи. Чернобрюхи, веслобрюхи, веслобрюхи, как там называются, не помню. Хочешь сказать, что я похожа на свинью? Гад. Давай ты на моё место. На моём месте побудь, гадина. Ну так называется, поросячьи глазки. Вот у Роберта Де Ниро поросячьи глазки. Ой, не Роберт Де Ниро, Ричард Гир. Хотя он мне очень нравится, у него красячие глазки, не маленькие. А что, у меня небольшие глаза, да? Ну и маленькие глаза. Вот так вот они, наверное, примерно выглядят. У меня... О, правда, не очень долго. У меня отчим, у него была очень большая ферма. Там были разные животные, необычные. Там были эти карлики. Животных, и у него был медведь. Раненый. У него ухаживал. Он оставил. Потому что он требует потому что его бы там его же собрать. Собрать и разорвать. А то, что он типа не мужик. Мужики бы разорвали за то, что они чувствовали бы, что он слабый и женщина. То он не мужик.
медленно немножко. Он в клетке живет. Его не выпускали. Вообще я не люблю все это, когда дикие животные, не домашние, живут там, в клетках. Они должны жить в заповедниках, в зоопарках, да, если их выхаживают. Не в клетке, конечно. Интересно, я могу кого? Так сердце болит. Еще 25 лет, все. Так болеют люди. Нихуя себе, я не была готова. К такому раннему. Ну, в принципе, играть не с кем. Подарки получить не от кого. Что ты делаешь? Нет, жизнь прекрасна. Я обожаю эту жизнь, серьезно. Даже в самые худшие моменты. Там какие-то печальные, тяжелые, сложные. Правда, я не очень люблю солнце. Вот это мне не нравится. Для меня Москва. Москва, Россия вообще должна быть такая. Холодная. Это солнце, я сразу... Мне не нравится. Я люблю солнце везде, кроме России. Тут мне нравится, когда пасмурно. Надо. Так отскажет. Да, чувствую, что у меня там немножко подписывание. Bye guys, I feel so bad. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.